21 сентября 2016 года, 8 вечера, работаем на аварии с пострадавшими в Киеве на улице Лепковского, бывшего Урицкого. Предварительно водитель автомобиля Рено врезался в идущий впереди автомобиль Мазда под управлением девушки, который притормозил. На место прибыла скорая, к счастью, помощь медиков не понадобилась, люди не получили тяжелых травм, хотя при этом военный, который был за рулем автомобиля Рено, не был пристегнут, разбил головой лобовое стекло. Сейчас на месте работает патруль полиции и обращаю внимание на то, что асфальт был мокрый, прошел дождь, поэтому водитель Рено, судя по всему, не придерживался дистанции, не успел адекватно оттормозиться. Возможно, девушка-водитель Мазда хотела повернуть налево, но все это будет устанавливать полиция. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Инспектор, патрульная полиция Лунякина. Елена, что случилось тут? Случилось ДТП, автомобиль Рено Кенго не дотримався безпечную дистанцию та въехал в автомобиль Мазда. Чи потерпели в аварии? Немає. Могли б дати рекомендації водіям, як такі аварії попередити? Попередити? Зараз почалася осінь, дожді, хмари, туман і так далі. То дуже прошу, щоб соблюдали інтервал, дистанцію, скоростний режим, щоб цього всього не відбувалося. А от дощ зараз якось впливає на кількість аварій по району? Впливає, набагато більше стало аварій, набагато більше. А що стосується п'яних водіїв, стали вони трошки рідше потраплятися, чи так, як раніше було? Ну, в мене, на жаль, немає цієї статистики за п'яних водіїв, але їх багато. По вашим відчуттям, вони кожну зміну трапляються? Кожну зміну, так. Все, дуже дякую.